Перспективы сотрудничества Европейской ассоциации спортивной травматологии с Чебоксарским центром травматологии, ортопедии и эндопротезирования обсудили на рабочей встрече в Доме правительства. Столицу Чувашии посетили представители ассоциации Роналд Бекер и Нанни Копт. Только в прошлом году травматологами-ортопедами центра проведено более 7200 операций. А за 8 лет работы центра высокотехнологичную помощь получили более 45 тысяч пациентов. В этом федеральном центре в Чебоксарах лечится вся Россия. Кроме этого, приезжают пациенты стран СНГ. Участникам Европейской ассоциации спортивной травматологии наш центр тоже хорошо известен. Потому что Чебоксары известны как федеральный центр, занимающийся вплотную артроскопиями, артропластикой и очень много делающий огромное количество операций, а ЭКО специализируется на деформациях, на сложных случаях, это протезирование коленного сустава, и у нас огромные возможности для сотрудничества. Огромное количество операций делается в центре доктора Николаева. He showed us a hospital yesterday, and we were very impressed because this is top international standard. Мы впечатлены клиникой, это высочайший европейский стандарт.